Привет! Совсем недавно мы делали обзор мобильных компрессорных холодильников AlpiCool, которые охлаждают, морозят и при этом замечательно работают от сети 12 вольт. И вот к нам на склад приехал самый большой из этого мобильного семейства. Двухкамерный холодильник аж на 125 литров. Давайте знакомиться. Корпус из матовой нержавейки, смотрится сногсшибательно, подходит под любой интерьер и, как видите, холодильник действительно большой. Что касается системы питания, то здесь все то же самое, как и в других моделях AlpiCool. Сетевой адаптер для домашнего использования, шнур в розетку прикуривателя для машины или катера, в комплекте гарантийный талон плюс инструкция на самом настоящем русском языке. Ну как здесь не порадоваться? Сердце холодильника – компрессорный модуль на базе инвертора мощностью 80 Вт от Ningbo Machinery Group. Доступ к компрессору осуществляется через съемную панель с нижней стороны холодильника. Все очень продумано. Розетка подключения там же рядом. Напомним, что можно питать его через сетевой адаптер, а можно от 12 либо 24 вольт. Давайте подключим и посмотрим, что там на дисплее. Видим два значения в градусах Цельсия, это текущая температура отсеков. Компрессор работает реально очень тихо, в основном слышно лишь вентилятор. Можно задать температуру на каждую камеру, можно, например, одну совсем отключить. Подробно об этом не будем, так как у всех AlpiCool'ов примерно все одинаково и управление по Bluetooth в том числе. Еще здесь есть три режима защиты АКБ от разряда. Выбирайте, что для вас важнее – холод или заряд, а холодильник сам применит подходящую схему питания. Также есть два режима работы компрессора – обычный и экономичный. Холодильник большой, поэтому есть подсветка, притом отдельно по плафону на каждую камеру, как в лучших домах Парижа и Лондона. Чуть ниже плафонов находятся температурные датчики. На самом деле они тоже очень похожи на плафоны, мы даже сначала подумали, что просто перегорели лампочки. Однако все на месте и работает замечательно. Такой холодильник одному ухватить сложно, а вот вдвоем в самый раз. Вес пустого 35 кг. Правильно, не женское это дело холодильники носить. Крышки неплохо подпружинены и не будут произвольно закрываться, в этом можете быть уверены. Что ж, холодильник красив, удобен и вполне функционален. Если обычного мобильного аппарата на 30, 40 или 50 литров вам определенно мало, нужен именно такой. Другие модели AlpiCool тоже есть в нашем магазине и все они разные. Посмотрите обязательно наш обзор. Компрессорный холодильник в походном инвентаре непременно порадует вас и заставит задуматься о таком же ваших друзей. В этом можете не сомневаться. Купить можно в магазине «Водник». Мы вам рады не только летом, но летом особенно.